Решила перед обучением. Так вот, может, как раз он и приплыл. Не знаю, может быть. Ну, здесь где-то садится или нет? Да ну, посидим, если же. Вышли мы, вот арку прошли. Вышли здесь на этот, на набережную. Красота такая вокруг. Вот сейчас будем интересоваться, куда этот кораблик поплывет. Нам надо в центральную часть Фредрикстада. Выглядит он. Так, заходим сейчас на теплоходик такой. Плываем уже. Плываем. Такая вот здесь набережная небольшая. Такие теплоходики. Сейчас мы вот будем под этим мостом, скорее всего, проплывать. Там тоже какие-то. Сторону мы покатили. Thank you.
Посмотри, это вообще, ну такие крупные, это ж надо. Посмотри. Ну да, кто-то с людей же это летает, смотрите, сколько над нами. Видно, детвора кормят, да, скорее всего? Ой, ну красиво, конечно, сам город красивый. Строения такие новенькие все, да? Шикарно. Да, такой туристический городок, да? Скорее всего, я так думаю, многие приезжие тоже тут. Вот смотрите, здесь площадь небольшая, видно был фонтанчик, но сейчас он что-то не работает. Ну здесь, конечно, понятно, молодежи вот так вот прогуляться, извини меня, попить тоже пивко, посидеть, пообщаться, мальчиков поцеплять, конечно, нормально. Ну да. С другого ракурса заснят. Я увидела фьорды, я увидела прозрачную воду. Ну да, да. Я тоже, допустим, ну как бы не пожалела, естественно, ради того, да, что. Изначально я была очень расстроена, что меня сразу здесь не оставили. А, еще туда вон есть какие-то, да, заведения. Что-то. Ну, вот это центр. Ну вот смотри, вышли на пароходике вот тут, вот за мостом. Ага. В прошлой неделе здесь стояли куча лавочек, магазинов, хот-доги, всякая фигня какой-то, а что-то у них здесь было. Какой-то памятник. Здесь булавой. И там мы пришли, центральная часть города. Люди сидят тут. Мужской 40% скидки, всякие рубашечки 50% скидки. Я тебе сейчас покажу, какой магазинчик классный. Вот здесь у них нет диалекта вот этого норвежского другого. Ну, вообще, когда в школе рассказывали, что в каждом районе есть свой диалект. Я же говорю. Ну и плюс вот. Многие здесь с севера. Поэтому диалект везде можно. У меня там все отделения закрыты на рюкзаке. Да. То я телефон вынимаю обычно, а то вечно. Красивые здания, такие архитектура. Туда дальше. Подошла здесь по скидке. Были 399, а сейчас скидка всякой одежды. Манекенчики. Ну, видите, у них вот одежда такая вся простенькая. Без всяких стразиков. Вот такие, допустим, рубашечки. Но они, правда, льняные. ХБшка. Сколько вот такая стоит? 190 была 299. Стала 199. Такие вот, как вафля. Желтого цвета, белая с рисунком. Всякие. Вот такие цветастые.
белые, беленькая, серенькая. Цветочки в продаже. Вот так вот скутера. Автобусы, как у нас в городе. Вот цветочный магазин. Ну, пошлите, пока я жду подружайку. Посмотрим с вами цветочки. Так вот. Красивые по эту сторону есть. Это не знаю, на лаванду похоже, но это не лаванда. Такой город, большие такие, видите, супермаркеты, магазины. Вот я стою, Макдональдс тут. H&M. Пошли H&M зайдем. Не хочешь? Хочешь ли? Или ты? Ну, пошли, ладно. Так, поднимаемся на эскалаторе. Ага. Красивая. Круги придумано. Здесь мороженое, что ли, да, Наташа, лишит? Какие-то шарики. Да, скорее всего, коктейли, коктейли. Все время хотела коктейль молочный. Да? Хочешь попробуй? Ничего. Ну, давай. Изделия ювелирные. Красивые. Да, да, ты же не успеваю брать. Часы такие, мужчины уже, мне кажется, не носят часы или носят. Это что у нас? Вик. Сестры Негренне. Пришли в такой магазинчик с таким товаром. Так у них оформлено все. Кошелечки, сумки, солнце, цветочники, сетки. Помните, вязаные в магазины ходили. А сейчас они, оказывается, в моде. Свечи, подсвечников каких хотите. Так,
коврики всякие разные. Красивенько. Это для деток, наверное. Ну что, буду завершать свое видео. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите, ставьте лайки. Я жду.